Карасик. Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка, красивая. Серебристый карасик, вот как она называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое время он очень интересовался рыбкой, кормил ее, менял воду в аквариуме. А потом привык к ней и иногда даже забывал ее вовремя покормить. А еще у Виталика был котенок, Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие, зеленые. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика. «Ты смотри за Мурзиком», — говорила Виталику мама. «Как бы он не съел твоего карася». «Не съест», — отвечал Виталик. «Я буду смотреть». Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришел его друг Сережа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал: «Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток». «Зачем мне свисток?» — сказал Виталик. — По-моему, рыбка лучше свистка. — Чем же она лучше? Свисток свистеть может. А рыбка что? Разве может рыбка свистеть? — Зачем же рыбке свистеть? — ответил Виталик. — Рыбка свистеть не может, зато она плавает. — А свисток разве может плавать? — Сказал, — засмеялся Сережа. — Где это видано, чтобы свистки плавали? Зато рыбку может... кот съесть. Вот и не будет у тебя ни свистка и ни рыбки. А свисток кот не съест. Он железный. Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо, сказал Виталик. Где же она купит такой свисток? Ответил Сережа. Такие свистки не продаются. Это настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор, да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер пришел. Сережа вынул из кармана свисток и засвистел. «А ну, дай я», — попросил Виталик. Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко, переливчато засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал: «А где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариума нет». «А я посажу ее в банку из-под варенья. У нас большая банка есть». «Ну ладно», — согласился Виталик. Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме, но карась плавал быстро и не давался в руки. Они набрызгали вокруг водой, а Сережа измочил рукава до самых локтей. Наконец, ему удалось схватить карасика. «Есть!» — закричал он. «Давай сюда какую-нибудь кружку с водой. Я посажу туда рыбку». Виталик поскорее налил в кружку воды. Сережа посадил карася в кружку. Ребята пошли к Сереже сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая. И карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Сережа радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки. А главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток. «Ну ничего, может быть, мама и не заметит сразу, что рыбка пропала», — подумал Виталик и пошел домой. Когда он вернулся, мама уже была дома. «Где же твоя рыбка?» — спросила она. Виталик растерялся и не знал, что сказать. «Может быть, ее Мурзик съел?» — спросила мама. «Не знаю», — пробормотал Виталик. «Вот видишь», — сказала мама. Он выбрал таки время, когда дома никого не было, и выловил из аквариума рыбку. «Где он, разбойник? Ну-ка, найди мне его сейчас». «Мурзик! Мурзик!» — стал звать Виталик, но кота нигде не было. «Наверное, в форточку убежал», — сказала мама. «Пойди-ка во двор, позови его». Виталик надел пальто и вышел во двор.
Вот как нехорошо получилось, думал он. Теперь Мурзику из-за меня достанется. Он хотел вернуться домой и сказать, что Мурзика во дворе нет. Но тут Мурзик выскочил из отдушины, которая была под домом, и быстро побежал к двери. «Мурзенька, не ходи домой», — сказал Виталик. «Тебе попадет от мамы». Мурзик замурлыкал, принялся тереться спинкой об ноги Виталика, потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул. «Не понимаешь, глупый», — сказал Виталик. «Тебе ведь человеческим языком говорят, что нельзя домой». Но Мурзик, конечно, ничего не понимал. Он ласкался к Виталику, терся об него боками и потихоньку бодал его головой, будто торопил поскорее открыть дверь. Виталик стал отталкивать его от двери, но Мурзик не хотел уходить. Тогда Виталик спрятался от него за дверь. «Мяу!» — закричал Мурзик под дверью. Виталик поскорее вышел обратно. «Тише! Кричит тут! Вот мама услышит, тогда узнаешь». Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в отдушину под домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину. «Лезь, глупый!» — уговаривал его Виталик. «Посиди там пока!» Наконец он его целиком запихал в отдушину, только хвост Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито вертел хвостом, потом и хвост скрылся в отдушине. Виталик обрадовался. Он думал, что котенок останется теперь сидеть в подвале. Но тут Мурзик снова выглянул из дыры. «Ну куда же ты лезешь, глупая голова?» – зашипел Виталик и загородил выход руками. «Говорят же тебе, нельзя домой идти!» «Мяу!» – закричал Мурзик. «Вот тебе и мяу!» – передразнил его Виталик. «Ну что теперь делать с тобой?» Он стал оглядываться вокруг и искать, чем бы закрыть дыру. Рядом лежал кирпич. Виталик поднял его и закрыл дыру кирпичом. «Вот теперь не вылезешь», — сказал он. «Посиди там, в подвале, а завтра мама забудет про рыбку, и я тебя выпущу». Виталик вернулся домой и сказал, что Мурзика во дворе нет. «Ничего», — сказала мама, — «вернется. Я все равно не прощу ему этого». За обедом Виталик сидел грустный и даже не хотел ничего есть. «Я вот обедаю», — думал он, — «а Мурзик, бедный, в подвале сидит». Когда мама вышла из-за стола, он незаметно сунул в карман котлету и пошел во двор. Там он отодвинул кирпич, которым было закрыто отдушина, и потихоньку позвал: «Мурзик! Мурзик!» Мурзик не отзывался. Виталик нагнулся и заглянул в дыру. В подвале было темно, и ничего не было видно. «Мурзик! Мурзенька!» — звал Виталик. «Я тебе котлету принес!» Мурзик не вылезал. «Не хочешь? Ну и сиди, глупая голова!» — сказал Виталик и вернулся домой. Дома без Мурзика ему было скучно, на душе было как-то нехорошо, потому что он обманул маму. Мама заметила, что он грустный, и сказала: «Не горюй, я тебе другую рыбку куплю». «Не надо», — сказал Виталик. Он уже хотел признаться маме во всем, но у него не хватило смелости, и он ничего не сказал. Тут за окном послышался шорох и раздался крик «Мяу!». Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. Видно, он вылез из подвала через другую дырку. «А, пришел, наконец, разбойник», — сказала мама. «Иди-ка сюда, иди». Мурзик прыгнул в открытую форточку и очутился в комнате. Мама хотела схватить его, но он, видно, догадался, что его хотят наказать, и шмыгнул под стол. «Ишь ты, хитрец какой», — сказала мама. «Чувствует, что виноват. Ну-ка, поймай его». Виталик полез под стол. Мурзик увидел его и юркнул под диван. Виталик был рад, что Мурзик удрал от него. Он полез под диван и нарочно старался шуметь, чтобы Мурзик услышал и успел убежать.
Мурзик выскочил из-под дивана, Виталик погнался за ним и принялся бегать по всей комнате. «Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь?» — сказала мама. Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял аквариум, и хотел выскочить обратно в форточку. Но сорвался и с размаху как плюхнется в аквариум. Вода так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из аквариума и давай отряхиваться. Тут мама и схватила его за шиворот. «Вот я тебя проучу как следует». «Мамочка, миленькая, не бей Мурзика», — заплакал Виталик. «Нечего его жалеть», — сказала мама. «Он ведь не пожалел рыбку». «Мамочка, он не виноват». «Как же не виноват? А кто карася съел?» «Это не он». «А кто же? Это я». «Ты съел?» — удивилась мама. «Нет, я не съел, я его на свисток променял». «На какой свисток?» «Вот на этот». Виталик вынул из кармана свисток и показал маме. «Как же тебе не стыдно», — сказала мама. «Я нечаянно. Сережа сказал, давай меняться. Я и поменялся». «Я не о том говорю. Я говорю, почему ты не сказал правду? Я ведь на Мурзика подумала. Разве честно на других сваливать? Я боялся, что ты станешь бронить меня». «Это только трусы боятся говорить правду. Хорошо было бы, если б я наказала Мурзика». «Я больше не буду. Ну, смотри. Только потому прощаю, что ты все-таки сам признался», — сказала мама. Виталик взял Мурзика и понес к батарее сушиться. Он посадил его на скамеечке и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала в разные стороны, как иголки у ежика. И от этого Мурзик казался таким худым-худым, будто целую неделю совсем ничего не ел. Виталик вынул из кармана котлету и положил перед Мурзиком. Мурзик съел котлету, потом забрался на колени к Виталику, свернулся калачиком и замурлыкал свою песенку.